Снегопад, который в минувшие выходные накрыл Москву, до Чувашии не доберется. Таковы прогнозы синоптиков. До середины недели осадков вообще не ожидается. Так что у коммунальных служб есть время убрать последствия предыдущих разгулов стихии. Чебоксарцев призывают активнее участвовать в проекте «Стоп сугроб». Возобновляем акцию «Стоп сугроб». Если в вашем дворе есть неубранные сугробы, блокирующие движение людей и автотранспорта, присылайте фото, адрес, дату съемки на электронную почту stopsugrob@gmail.com. Об устранении нарушения вам придет ответ с фотоотчетом. Сказано на официальной странице в Инстаграме главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова. Градоначальник призвал коммунальные службы не затягивать не только с уборкой сугробов, но и с фотоотчетами. С начала акции от граждан пришло 104 обращения. Отчитались об уборке с фотографиями пока только по 11 заявкам. Есть проблемы и с уборкой снега на парковках в спальных районах. Глава города Евгений Кадышев обратил внимание управляющих компаний, что трудностей бы не возникало, если бы автомобилисты заранее знали о предстоящих работах. Надо договариваться с жителями, вывешивать объявления на подъездах, вывешивать объявления на стоянках. Вот таких объявлений о том, что какое-то время будет убрана вот эта ваша автостоянка, и там не должно быть автомобилей, тоже пока что мы не нашли. Я думаю, что либо их срывают раньше времени, либо их вовсе не было. Эта идея очень здоровая и очень хорошая, и я думаю, надо ее по ней работать. Что касается автолюбителей, их просят не игнорировать просьбы убрать транспорт на время работы техники. Ольга Пырочкина, Алина Сусметова, Игорь Зверев. Республика.